Максим, кто, ой, Мальцев, кто для вас Максим Шевченко? Кто приспособленец? Кто Максим Шевченко? Журналист. Продажный журналист, кто Максим Шевченко? Что, что-то есть какое-то другое мнение о нем, может быть? Максим Шевченко, переобувшийся путиноид. Ну, если Максим Шевченко заявит, что Путин пидорастый гнида, все, никаких вопросов. То есть, все будут списаны долги. А если вот так, да, с подвыпидвертом, нет, так не получается. Нужно в лоб, да, то есть, как это... Как у пидорастов, да, там этот, как он называется-то, выход, этот, цыганочка с выходом. То есть нужно конкретно сказать, вот эти козлы, вот они во всем виноваты, Путина на кол там, ну и так далее. Чтобы заднюю включить потом не мог. Все, нет вопросов. И мы будем аплодировать Максиму Шевченко. Пока он это не скажет, никто, конечно, ему аплодировать не будет. Если он будет говорить какими-то намеками, то мы намеков не понимаем. Мы понимаем только в лоб. Мальцев, кто для вас Грудинин? Грудинин кто? Для меня Грудинин – это Грудинин. Человек, который шел там на выборы, которого поддержал КПРФ, там, ну, такой, вполне укладывается вот в эту, так сказать, в линейку КПРФных деятелей. Если там Бондаренко Коля не укладывается никак, он там из нее вырывается, да, даже Валер Рашкин вырывается, то это вполне вот такой в линейке, такие вот они КПРФники.